дарили цветы и выражали слова благодарности, пришедшие на торжество Любовь Семеновой, которая свою жизнь посвятила воспитанию подрастающего поколения. А гости на праздник съехали со всей Карачаево-Черкесии. Грамотный, инициативный, знающий свое дело руководитель, способный организовать рабочий процесс таким образом, что результат работы максимальный и показатели педагогов сохраняются на протяжении длительного времени. Она осуществляет руководство детским садом демократическими методами, опираясь на родительскую общественность и профсоюзный комитет, говорили выступающие. Здесь столько людей собралось, Любовь Азретовна. И каждому есть что сказать, и договорить можно до утра. И нет таких слов, чтобы выразить всю масштабность вашей личности, Любовь Азретовна. Вы великое наследие нашего народа. Великое. Именно на таких людях, как вы, держится, расцветает и процветает наша республика. В каждом танцующем ребенке, в каждом родителе, в каждом воспитателе, в каждом из нас живете вы и будете жить долго. Не могу не сказать о ваших детях прекрасных. Спасибо вам за все. Низкий вам поклон. Почетную грамоту Президиума парламента республики вручили руководителю детского сада номер 8 «Солнышко Карачаевское» Любовь Семеновой. За высокий профессионализм, эффективную наставническую деятельность, за дело в воспитании и становлении граждан нашей страны с первых шагов их жизни – наград было много. Для детей и их родителей, для сотрудников, для воспитателей она стала мамой, главой, хозяйкой, опорой, защитой, мозговым штурмом, массовиком-затейником, генератором замыслов, реализатором планов, психологом. Она стала одним словом мамой для большой детсадовской семьи. Посвятив свою жизнь любимому делу, сохранив в лихие 90-е коллектив и садик «Солнышко», вы совершили подвиг. Такое может сделать только человек, который бескорыстно любит детей и является истинным патриотом своей родины, говорили собравшиеся. У вас огромное горячее сердце. Не солнышко, а солнце, которое согревает всех, кто окружает вас. Председатель регионального движения Уратхана Джигиревна Михайлович, давайте еще раз поаплодируем. Ее объявили как НКПРФ. Еще раз напоминаю, это председатель регионального движения Всероссийского женского союза «Надежда России». А вот этот платок называется «Счастливица». Вот здесь написано на бирочке. Рисунок этот «Счастливица» называется. И я считаю, вы должны носить вот этот платок. Я его привезла. Это из Москвы от «Надежды России». Облегчая жизнь другим, вы при этом сами жертвовали своим здоровьем и личным благополучием. Посвятив свою жизнь любимому делу, сохранив их в лихие 90-е годы, коллектив и садик «Солнышко», вы совершили подвиг, который навсегда останется в памяти благодарных потомков. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в создание условий, обеспечивающих высокий уровень воспитания и развития детей дошкольного возраста, почетные грамоты Министерства образования, мэрии Карачаевска вручили Любовь Азретовне. Выпускник детского сада «Солнышко», а ныне проректор КЧГУ Расул Динаев, от себя и от имени руководства выразил слова признательности. Любовь Азретовна, для меня, как для выпускника, воспитанника детского сада «Солнышко», большая честь приветствовать сегодня от имени руководства нашего университета вас, дорогих гостей. Много красивых, важных и искренних слов было сегодня сказано. От себя я бы, наверное, отметил два момента. Первый момент – это если бы каждый человек на том месте, на котором он работает, отдавался бы своей работе точно так же, как Любовь Азретовна, мы бы, наверное, жили в самом лучшем обществе в мире. И второй момент, мысль, которая меня посетила, Елена Васильевна, мой воспитатель, давно вас не видел, надеюсь, вы меня тоже узнали.
Очень рад вас видеть. Елена Васильевна, вот второй момент, который бы я отметил, это коллектив. Прошло больше 20 лет, как я вышел выпускником из детского сада «Солнышко», и коллектив, как он с каждым годом только молодеет. Елена Васильевна, Хузайма Зальмухановна, Марина Владимировна, Арика Сергеевна и все остальные. Это говорит нам о том, что в коллективе только здоровая домашняя атмосфера, что все понимают друг друга, что все любят друг друга. И спасибо вам за такой коллектив. И я желаю вам долгих лет жизни, чтобы вы как наставник, чтобы ваш коллектив к вам обращался за советами, чтобы всегда вы были рядом. Аллах кёбжил ланджаш ацин, Аллах салух персон гот азэта. Моя любимая, многоуважаемая Любовь Азретовна, мне было очень приятно на протяжении всех этих лет работать рядом с вами плечом к плечу. Вы мой учитель, мой наставник. Я это с гордостью говорю сейчас. Сегодня такой замечательный день и очень такое замечательное мероприятие подготовит для вас ваш коллектив. И радостное событие, но в то же время с грустью в сердце. Вы являлись мамой не только для этого коллектива, вы являетесь мамой практически для всего города. Наша любимая, многоуважаемая, многогранная, уникальная Любовь Азретовна. Любовь Азретовна, сегодня тот день, когда вы пожинаете плоды своего труда. Сегодня в ваш адрес сказано столько теплых слов, заслуженно сказано столько теплых слов. Вы цель и суть и торжество Вселенной. Вы порождение этой жизни бренной. И если мироздание кольцо, то в том кольце вы камень драгоценный. Наставник, наш компас земной, для нас и надежда, и радость. Любовь Семенова руководит детским садом «Солнышко» с 1986 года. Общий ее стаж 54 года, в должности заведующей 37 лет. За это время данное дошкольное учреждение становилось победителем 35 раз. А сама Любовь Азретовна победителем всероссийского конкурса «Лучший руководитель». Но самая ценная награда – это искренняя любовь пришедших на праздник. Аладинаева Аслан Гирюгов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.